На этой выставке выбирают лучший отечественный товар. Задача не из легких. Ассортимент огромный. На юге производится практически все. Начиная от ковров, одежды, продуктов питания, лекарств, заканчивая строительными материалами. На ярмарке все это можно купить по ценам производителей. В прошлом году, если 2000 людей пришло как посетителей, да, то в этом году мы ожидаем около 3000. Наша задача – объединить бизнес. Вот, например, у нас вот маленькое предприятие производит из картона, из там, такие корзины. Здесь есть, например, компания, которая производит мыло. Почему бы их не смастерить, например, вместе, да, и сделать одну продукцию? Тоже, то есть на этой ярмарке плюс бизнес объединяется, делает какую-то кооперацию. Свою продукцию на ярмарку-выставку Онтостыкунумдеры привезли более 200 компаний. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них принимают участие в выставке не первый год, а вот 20 предпринимателей – новички на ярмарке. В их числе производители кашемировых одеял и пледов из шерсти, мериноса и верблюжьей. Шьют и одежду – пиджаки, жилеты и пальто. Импорт товар, экспорт товар везде. Наша компания на рынке находится с 2010 года. Уже наладили экспорт в Китай. Также наши товары продаются в разных городах Казахстана. Сырье берем в Таразе, ЧТСУ, Алматы, Шымкенте. В планах производства ковров. Товары, которые производят южане, пользуются спросом в других регионах и даже выходят на международный рынок. Среди таких предприятий текстильной промышленности и кондитерские сети. Сегодня эта выставка дает возможность, и мы замечаем, увеличение рабочих мест. Пусть это, может быть, небольших количеств, но уже пошло. То, что открывается рынок сбыта. Мы можем сказать, что это не только Made in Казахстан, но это уже и Онтостыкунумдеры. Это увеличение налогооблагаемой базы. Соответственно, это увеличивает и социальную ответственность бизнеса. Южно-казахстанские предприниматели – это показатель развития не только региона, но и показатель развития страны в целом. Торжественная церемония награждения победителей региональной выставки лучших товаров Казахстана состоится завтра. Экспертная комиссия выберет дипломантов по нескольким номинациям. Среди них лучшие товары для населения, товары отечественного назначения и продовольственные товары. Выставка будет проходить и 27 мая. Вход бесплатный. Ожидается розыгрыш лотереи и ценные призы для посетителей. Жан Тохтарбай, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».